Всем привет! Мы продолжаем проходить Сталкер Чистое Небо. Так, в прошлый раз мы далеко убежали. Наконец-то я этих военных долбанных вынес. Но они все равно потом появились опять. Ну, может быть, там квест на них есть, может еще что, не знаю. Ладно. Самое главное, отомстил. Ну, дальше пробежался я. На свалку бандитов вынес. Они опять появились. Короче, такая фигня. Добежал я до свободы. Ну, сейчас там пока что. Поехали. Приветствую в моей скромной берлоге. Да ладно, берлога. Ну вот и познакомились лично. Меня зовут Чехов, я здесь главный. Запись с ПДА, которую ты нашел, ну кое-что проясняет. Ведь как получается, все выходы из темной долины на замке, а нападения на блокпосты и патрули не прекращаются. Бывало, только вышел патруль с базы, раз и всех положили. Ребята уже думали, может чем зону обидели, зато она нас и наказывает. Начали узелки всякие заговоренные вязать, амулеты против призраков мастырить. А оказалось-то, что мистики нет. Комендант-то наш информацию о всех наших передвижениях сливал. Крыса паскудная. Да, не ожидал я от него такого. Ведь 100 лет его знал. Вместе свободу подымали. Вместе артефакты первые добывали. Я же ему как себе. Все планирование ему доверил. А он продался, скотина. Как только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез. Все, нет его. Понял, что дело труба? Сейчас для нас главное найти его. Он знает, если и не все, то многовато, честно. Выходы из долины на замке, так что уйти далеко он не мог. Мы его ПДА отслеживаем. Он сейчас недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Да, был такой. Все редкими деталями интересовался. Знал, наверное, что у нас лучшие технари во всей зоне. Ну так я продал ему эту деталь, а что? Денег он отвалил прилично, не торговался даже. Вот нафига она ему, не скажу, не знаю. Такие вообще-то ставили в старые армейские шифровальные машины. Он как деталь получил, сразу и ушел с базы. Все, больше я его не видел. Я тебе помогу, только если ты мне поможешь. Ну не обижайся. У нас расклад такой грустный, что свободе скоро некем будет базу от бандюков защищать. Помоги мне выяснить, кто на нас нападает, а я дам тебе информацию, где искать клыка. Найди коменданта и доставь его живым. Или мертвым. А я тебе за это шепну, где искать клыка. Координаты ПДА коменданта я тебе скинул. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Ну, все, где этот... А, ты даже еще не ушел отсюда. Вот. Ты что толкаешься? Так. Ну, а время к вечеру.
Скоро ночь будет. Не будем мы ни хрена видеть. Что я не понял. Это вас я, наверное, вижу. Надеюсь. Да, точно вас. Радиация. Серьезные сопротивления. Вот это поворот. На. Ну все. Чё вы за ублюдки, блин, а? Твою мать, это кто? Вот тебе гранату. На, собака. Да, недалеко убежал наш комендант. Однако хорошее ему место нашли новые друзья на дереве. Ладно, хватит лирики. Захвати ПДА этой скотины и дуй ко мне. Ты вот своим ребятам бы сказал, чтобы не буйствовали. Вообще офигели.
такого вообще, блин, а? Ты за них впрягаешься, они тебя валят. Вообще, блин. Звук есть, и костер не горит. Так. Ну да, ну да. В спину же и стреляют. Что скажешь, брат? Ничего. Подходи. Ну, будь, чувак. Жаль, не раскумарились мы с тобой. Поправить здоровье? Тогда ты правильно попал, чувак. Единственное на планете государство по-настоящему свободных людей. Удачи тебе, сталкер. Не, не буду я его. Да и вообще выкину. Понастроит здесь. Я уже думал, сейчас не выберусь. Тогда бы это было вообще просто труба. Хотя бы аптечки. Не, не знаю почему, что-то у меня со свободой вообще никак не ладится. Сейчас в кромешной темноте пойдем бандитов валить.
Проходи, спасибо за помощь. После перестрелки на ферме понятно, что за нападениями на свободу стоят наемники. И данные СПДА коменданта тоже это подтверждают. Но тут появляется другой вопрос. А на кой ляд оно им надо? Ведь мы до того всегда держали нейтралитет. Тогда, получается, они контракт выполняют. Вот только чей? Долго или военных? Вот здесь пока с ответом не очень. Но это уже моя забота. Ты свою часть договора выполнил, так что слушай про клыка. У нас он искал редкие детали. А мне стало интересно, с какой-то радости ему вдруг понадобилось это рухлядь. На прямой вопрос он не ответил, не мое, мол, дело. Только я ведь пасовать не привык. В общем, нашептал технарю нашему. Он частоту ПДА клыка и хакнул, чтобы я пару дней проследил, куда хозяин направляется. А направлялся он, чё, на свалку. Там его и ищи. Кстати, частоту клыка я сохранил и тебе уже скинул, так что дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечено. Ну что, поможешь свободе еще раз? Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, прикрывающих твою спину? Нет. Удачи! Заходи, если что. Когда я вам начинаю помогать, вы меня расстреливаете. Так что нет. Уж спасибо. Так, давай-ка мы к Ашоту зайдем. Ашот, братишка, где ты? Так, реально, где он? Надо бы... Блин. О, Ашота, у Ашота. О. Тут, так. Ты чё там? Здорово, приятель. Хочешь продать? Ай, молодец. Ай, обманул Ашота. Будет Ашот с тобой теперь внимательнее. Вот ваша. Мне оно не понравилось. Мое лучше. Так. Ну, все. Ничего у тебя полезного больше нету. Так. Слушай, повезло тебе сегодня, дорогой. Только сейчас куплю задорого, продам задешево. Вот мне туда и надо. Вливайся в ряды свободы. Сообща мы сохраним зону. Единственное на планете государство по-настоящему свободных людей. Ну, пойдем. А то мне у вас вообще некомфортно. Совсем некомфортно. Знаете, я вот помню вот эту сцену. Короче, мне нужно куда-то все скинуть, а иначе они сейчас все у меня вообще проберут. Даже деньги. Ладно, хрен с ними, с деньгами. У меня вещей потом не будет. Что я буду потом? С одним пистолетом бегать.
О, кто там? Блин. Настолько трупы тяжелые, что их даже носить невозможно. Ладно, чё, все выкидываем. Я делаю так. Я очень хорошо помню это место. А вот теперь так, все. Вообще ничего нет. Пойдем. Бацк. Ёптыть, отличный подвал! А сталкер один за другим, шо дурные прут. Чё им тут медом помазано? Да, мля. Жалко, что тот урод смылся. Ай, хер с ним! Прибыток сбросил и нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное и валим. Давай хапай. Сколько хочешь хапай. Вот только деньги потеряны. Жалко. Эй, живой? Наконец-то оклемался. ПДА клыка где-то совсем рядом с тобой. Найди его. Оо, как много всего. Вот это да. В реальности я бы вообще не унес бы никогда столько. Так, все на месте, кроме денег. Флешка какая-то. Клык, ситуация изменилась. Кто-то узнал, что мы были в центре зоны и открыл сезон охоты на нас. Надо действовать как можно быстрее. Подробный план найдешь в тайнике. Я сменил код. Наемник, это Лебедев. Информация с ПДА Клыка подтверждает мои догадки. Неизвестная группа сталкеров побывала в центре зоны. Не знаю как, но они даже умудрились выжить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Но выбросы не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Теперь только так. Либо мы уничтожаем этих сталкеров, либо зона новыми выбросами уничтожает все живое внутри периметра, а то и дальше. Ясное дело, будет лучше, если мы справимся первыми. Но для этого нужно поспешить. В ПДА Клыка остались координаты их тайника. Там наверняка мы сможем узнать новые подробности о планах группы. Так. Нет, пойдемте-ка вначале вот куда. Я все хотел. Но надо же помочь. Там ребятам нужна была армейская аптечка. Сейчас мы ее дадим им. Где проводник? А у меня денег нету. Ну. Ну, держитесь. За что хотите. Успокоились.
ты там сейчас? Это я так вспылил чуть-чуть. На! Чё, намазано медом? Надо к военным сходить за патронами. Оп. Да. Вещь-то я вернул. А вот денег. Короче, пойдем как есть. Ну, может, там от военных что достанется. Как спрячешь ствол, будет разговор. Ну, я так понял, они сюда идут. Давайте подождем их. Вон оттуда идут. Вон они. Они не сюда, что ли? Нет, они сюда. Чё, всё? Ладно. Немножко надо прогуляться, военных побить. Опять тем же путем зайдем, быстренько вынесем, заодно патронов наберем. Там кому-то аптечка нужна была.
Я столько водки не выжру. Хотя бы гранаты продам, что ли. Может, хватит мне. Привет, брат. Что скажешь? Да ничего хорошего. Круто. Че, без денег еще и не отводить не хочет? Есть что-то на продажу? Вот мне прямо вот он нужен. Но. Пойдем, поможем. Может, денег дадут. Это вообще... Помоги нам, а то... Привет, мужик. Все, теперь, думаю, отобьемся. Показывайте, кого валить. Один дохрюкался. Слушаю тебя.
Так, ладно. Раз у вас один потерянный хряк. Не знаю, где он. Ну, привет. Пойдем. Как в прошлый раз. А я к вам второй раз на огонек. Давай, посади меня. Какой-то, а? Убиваешь, убиваешь, а их все больше и больше.
Во. Твою мать, со всех сторон, а? Смотри, какие вы, а. Да хоть до скольки? Служба безопасности Украины. Я тебя уделаю, слышишь? Да. Ну, 1700 патронов мне точно не надо. Не
Давай, у тебя продадим. Стоп, так, что? Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Нам все равно столько не надо будет. А давай у меня там вон этот есть. Ну чего стоишь? Так вот, сойдет. Уже чуток есть. Привет, брат! Значит, туда нету. А, стой. Мне надо на базу нейтралов. Где он? Все сливается. Во. Что-то могу получить. Что могу предложить? Ого. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Ого. Ого. Офигеть, а. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Слушай. Вот теперь можно и нажиться чуток. Вот это да, вот это да. Решил улучшить что? Или поломку исправить? Не могу его улучшать. Ладно. Так, все правильно. Вот теперь. Ну-ка, я хочу его посмотреть. Да. Как мне это? Во какой. Вот это аппаратик. Так.
Но они там вообще все это. Итак, где ты? Ну, что расскажешь? Как-нибудь потом. Не знаю, что я такого сделал, что просто... Эй, ты пушкой-то не маши. Для разговора она не нужна. Че это? Выброс? Твою-то налево! Мне даже деваться некуда, вот как так? Почему? Мне же... Уходим. Там хотя бы какая-то у них лачуга, спрятаться можно, а так вообще... Не, ну то он вообще 38 секунд. Чё я за 38 секунд успею? Куда? Не знаю. Слушаю тебя. Вы... Привет, брат. Ну, привет. Огонь, огонь! Дебилы! Иди ты в жопу! Идиота! Что? Вот я, конечно, все понимаю, но вот это вообще... Это просто атас. Вообще охренели и не пропускает. Сели, блин, два. Дебила. Но беги. Как охота это слово сказать? Беги, родной, беги. То сейчас будет тебе. Куда спрятаться? Ну, короче, все. Приплыл я. А почему? А потому что... Вот я даже не знаю, куда... Ну и все, готовый. Вон, засядь.
Потому что не показывает даже, куда надо. Что, я в правильном месте был? Что-то починить требуется. Извини, если не сильно помог. Есть что-то на продажу? Приятно иметь дело с честным сталкером. Первый выброс пережил. Вот мне... Слушаю тебя! Да пойдем, блин. Вот мне. За это 1000. Время столько потеряю. Итак, из-за выброса. Чё там надо? Чё там, пацанчики захватили целый завод? Так, и это, наверное... Вот вы недоноски просто. Чего заскучали, мужики? Привет, брат. Как-то не цепляю. Здорово, брат. Честным людям мое почтение. Нет, без музыки тут грустно. Да. Здорово, брат. Привет. Где ваш проводник, ядрить твою налево, а? Почему среди сталкеров совсем нету женщин? Это ж только представить. Здорово, брат! Амазон. Yeah.
Все, относим так, как есть. И на этом, наверное, закончим. Аж я уже что-то я замучился. Туда-сюда, туда-сюда бегаешь, бегаешь. Еще какой-то выброс, блин. Помню, кто там? Там еще какие-то ушлепки бегут. Вот пускай пробегают мимо. Мне пока что вообще не до них. Ты у меня сейчас всосёшь. Хорошо. Вот. Развлекайтесь с собачками. Или кто там? Под прицелом, мужик. Так, за наградой как-нибудь позже. А сейчас вычищаем бандитов и идем в долгу. Так, ну все, хватит, набегались. Ночью ни хрена не видно. А хотя как раз вот ночью до бандитов доберемся, выбьем их оттуда вы еще раз. Ну все, ребят, давайте до следующих встреч, до следующей, точнее записи. Стрима. Так, ну все, пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.